Это Гизити, это Леонард 055 здесь. И сегодня я играю с... Антошей! И Данила. Круто. И сегодня мы играем в Валфейс. Мы сегодня проходим уровень. Легкий ПВЕ. Дамоков меч. Да. Ну, наверное, я объясню для тех, кто не в курсе, что такое Валфейс. Валфейс — это игра от... Скайтек от создателей Crysis. Она бесплатная, ее можно сказать на Mail.ru, если хотите. Тут есть PvP, ну то есть как обычно стрелять. Так, наверное, давай подходит. И PvE, вот, прохождение миссий и получение за это награды, опыта и может быть даже оружие или еще чего-нибудь. Точно. Так, и здесь еще есть PvE, что самое интересное. То есть можно с командой проходить уровни, наподобие как в Team Fortress и Beat the Machines, там где надо уровни пройти. Знаете, только тут больше как миссии по истории такой типа. Каждые 6 часов, ой, точнее, каждый день в 6 утра миссия обновляется. Допустим, сложная становится, точнее наоборот, профи становится сложным. А потом, ну наоборот, они, в общем, легкая миссия здесь не меняется, а только сложный профиль меняется. Меч. Не, сложно меняется. Нет, кажется, помог. Это сзади. Ой, кого-то уже убили. А, нет. Блин. Ладно, я нуб, у меня есть оправдание. Мы, похоже, тоже нубы. Ну ладно, еще разок. Давайте. Так, Да. Сейчас я вижу. Не прошло и 2 минут. Да. Нет, как раз-таки 2 минуты и прошло. Ну, я на первом месте. Раши. $5. Так. Ну это просто товарищи, которые к нам присоединились. Вообще, ну блин. Мы их тащили. Да, мы их просто тащили. Не могли мы их одних протащить. Ну да. Так, ладно, ждем, пока еще один присоединится и в бой. Ага. Там, кстати, сейчас играл-то 4 человека. Не 5. Одного-то не было. Гоненько. Ну да ладно. Так, пока что зайду быстренько в магазин и попробую купить себе коробочку с Desert Eagle. Вдруг ну, кстати, один уже зашел, там не засиживайся. Ты же, кстати, а за какие классы вы играете? Я за снайпера играю. ПВЕ обычно за снайпера, а в ПВП за инженера. А, я за медика играю. Мне как-то в добавик нравится. Я вообще криво с добавика стреляю. Я помню, я играл сегодня в Пилон, который сыграл. Это было вот... ну как, фрифол, мы все поняли друг друга. И, короче, я просто, помню, я просто бегал и... Оп, тот за ВПС, добавик в лицо. Это было весело. О, всё, давай, пока не ушел. Сейчас, я просто... Подождите быстренько, я на 1 секунду я просто новую снайперку купил. Все, начать. У 7-5-4-6-1-3-2-4-5 нету терпения, походу. Да. Так, отлично. Теперь пусть они вперед бегут, а мы будем сзади стоять. Хороший план. Я буду сзади фраки снимать. Я попытаюсь всех лечить по мере возможности. Мне главное вперед не убегать, поскольку, к сожалению, у меня обычно тактика такая, то что я обычно просто бегу вперед, велую джемпчинс и просто всех пытаюсь застрелить, а потом помилаю. Это моя стандартная тактика. Ну, как и у нас. Я обычно все добиваю сзади. Все вперед убегут куда-то сзади, там еще штук 5 останется. Ух ты! Какой-то ракетчик. А, почему с моей стороны я открыл, я стою там смотрю. Так, первая кровь, да. Они притворились, они притворились.
Я на первую кровь получил. Так, ладно, ладно, пусть вот этот вот Ильянс, Ильинский, или такой, Ильяс, Кайн, пусть скин пройдет дальше. А мы тут просто спокойно всех отстрелим с пистолетика. Так вот, так вот. Ладно, последний амбуз, я попробую добавить. Мой добавик всё же есть. О, мой добавик снайпер какого-то. Я походу... Я обожаю их, где добавики снайперки. Они ужасные снайперки, да, работают. Ой-ой-ой-ой, кто-то там упал. А, нет, никто ему даже не помог. Просто спасибо, пишет. Я его не заметил. Всегда пожалуйста, чувачок. Эй. Так. Нет, там. Слушай, ты на месте. Вау, я ужасный прицел. Так, а тут снайперов много. О, кто там, блин? Я вообще с дробовиком хожу, кто тут жалуется? Ну да. Ой, как хорошо ХКД снимал, да? А, нет, ты не убьёшь меня! И? Так, блин, вот блин. Это то, аху грозного его сильно. Да, конечно. Так. Пока всё в порядке. Я вообще не... Я походу опять поёт в гол. Снайпер сидит. Так, на профи уже так не побегаешь. Это да, я верю. Напротив, вообще. Я вообще сзади сижу. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Так, дальше. Вот. Так, 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 так. Ой. Так, отлично. Так, вроде есть. Бы. Так, лечить. Нет. Это все в порядке. Все живы, все целые. Я не очень удобный прицел поставил. Огромный круг на весь экран. А. Вон, какой-то чувак испаунился. Да, его уже вынесли. Так, ага. Как ты заедаешь? Так. Кидай гранату. Сажаю нарциссы. Ой, ты убил двоих сразу. Это я. Так. Во, вот тут сейчас будет трудно, вот там все за КамАЗом будут слышат. Стоять. О, Гнина, граната, то есть, вот знаешь. Он прям по мне застрелился. Вот так, ну что. Хорошо. По-моему, тут точно так же, как с Карими. Попадание в голову почти что ничего не дает. Вот шит. Так. Тортика. Защищай, я вылечу. И. Ага. Не, его надо поднять. Бежит. Отдыхает. Он его дефибриллятором убил. Люблю стрелять сквозь людей. Сядем, парень. Все указывает. Так, кого тебе еще надо? Так, тебя чуть-чуть. Это я кого лечу. Так. Вот. Ага. Вот этот вот скин Илья, его бы подлечить. А он уже удрал. Я его спас. Там этот. Я убегаю. Поднимаем быстрее. При. Ты умри. Доброй смерти. А, у меня 5 патронов. И сзади стреляют. Нет, я сниму его. Да, посмотри. Так, я его сочу. Кого тут? Илья. Алло, здесь. По-моему, уже все. Ты. Да. Нет, на нем пора тебя выбрать. Ну. Так. Все. Антон. А, сейчас он от. Алло. Я тут. Всё, давай. Меня тут говорят, что я играю с стрелялки очень плохо, ой-ой-ой. Так. Команда, стрелялся с человеком, потом убил друг друга в самолёте.
Подожди, танчик. С той стороны, но с этой. Ага. Так, где? Все сможем? На, красиво. Так. Смотрим, смотрим. Никого пока нету. Все пусто. Ладно. А-а-а! Ну блин. Так, да так. Ну. Я обожаю добавить, с этого выстрела уже убивает всех. Так, а вот там вот. Надо кормить людей гранатами. Снайпер, снайпер, снайпер. Понял? Дёк. Ты вот это давай. Кидаю гранату. Так, снаряжаю дверь. Ауч. Я походу, блин, кто же передо мной это сделал, походу. Ага. А, всё, контрольная точка. Так, я сказал, надо подлечь. Я убил, что? Убил, 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 убил. Ой, нет, 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 нельзя, нельзя держать гранату в руках. Ты бы так нас так убил. С оторвана вообще. Что-то оторвал, такой стою, жду. Думал, враги появятся. О, нет, 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 вон снайпер, вон снайпер. Нет, нет никакого снайпера. Я бегу. Щит. Так, у нас щиты. Щита носит. Он больше не помеха. Так, идем. Оп. Так, не идем. Умри. Нет, это не конец. Оп. Мне кажется, что-то мне в лицо так шизовалось. Вон АКЖ. Так, здесь туда. Какой-то умный мужчина. Уходим? Или еще кто-то есть? Ну даже не знаю, по-моему, никого никто уже. Все. Я все залазим готовлю. Чисто. Давай, уходим. Ой, была граната. А у меня есть. Нет, мы его оба взорвём. Нет, ты сам убил. Я тогда тоже подачу. У меня же есть опыт такой. Да, мы выиграли эту миссию, бойцы. Давайте дадим друг другу по морде. Что, сложное? Я на какую миссию? На пятую, что ли? Не знаете, как у всех у вас такие красивые значки? Нет, ты четвёртый. Есть, как у вас всех какие-то красивые значки, а у меня просто канатик с точками в центре. Ты можешь это исправить. О, нам дали бонус за первое прохождение. Только нам троим. Права. Ну, про всегда получает бонус первый. Попадание в голову, 20 штук. Так, Лео, смотри, если ты, допустим... О, у меня сломался какой-то прям. Смотри, вот, допустим, ты хочешь себе красивый значок, да? Вот смотри, заходишь в данные... О, мы можем, по-моему, поиграть в PvP, смотри. Тихо, подожди, 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 подожди. Зашел в данные, да? Сейчас, зашел. И вот, видишь там, ачивменты, достижения. Да, и смотришь. А, ну понятно, типа за достижения, может, там, PvP. И у меня там пусто. У меня вопрос так. Хотя один. Так. У меня такой вопрос, будем играть в PvE или попробуем PvP? Даже не знаю.